Куала-Лумпур – город, о котором мы читали мало хорошего, но с первого же взгляда нам он понравился. Очень зеленый, стройно-прозрачный, солнечный и уютный. Таким же оказался и наш кондор в 2 километрах от башни Петронас. Чтобы получить удовольствие от посещения большого города, необходимо снимать жилье обязательно близко к центру, иначе можно испортить впечатление, проводя слишком много времени в душном транспорте и пробках. Ничего! Вот это да! Сравнивайте цены на сайтах, выбор огромный. Мы получили 2 комнаты в персиковых тонах с видом на небоскребы города. Очень стильный и продуманный интерьер, все самое необходимое под рукой. Кондо необычной планировки с 2 бассейнами. Один на крыше с потрясающим видом на башню, другой – огромный как озеро с фитнес-залом, кафе и красивым садом на 6-м этаже. Интересных мест города можно дойти пешком, что мы и делали, но об этом в следующих сюжетах.